Потому что на 2 медников нет. А вот есть винды. Есть. Рубиновый борщ. Вот умеют же делать нормальные морды и карты. Жесть, я не знаю. У них даже шрифты какие-то особенные. Это тебе не это. Я чуть не могу сесть. Я тоже. Наверное, она пока еще не появилась. Окей, не важно. ПНВ имеется у кого-нибудь? И даже пишет, сколько бандажей у нас есть. Нет. О, можно. Ну, как водитель только пока что. Все, я за пулемет. Так, все уселись. Я спереди сел, Артур, если честно. Ладно, тогда теперь не показывает, кстати. Мы едем. Ну, мы недолго. Хорошо. Недолго совсем. Так, Макс, главное, чтобы мы не нашумели. Ты говори нам стрелять когда. И стоит ли или нет. Хорошо. Но эта машина скоро остановится. Очень скоро. Мы едем исключительно по приборам. Нет смысла ехать по дороге. Знаете, что было бы круто, если бы сейчас... Пол седьмого, да? Не, приземлилось. Это вечер, наверное. Слушай, а у кого-нибудь спереди зомби есть чем отстрелить? Да, да. Серьезно, я не попал с пулемета. Братан, нажми на кнопочку 0. Но. Есть? Появился прицел? Угу. Очень удобнее так. Справа там не вижу. Спереди зомбак, сейчас под колеса кинется. Давай, сбивай так. Вопрос. Блин, ни черта не видно. Это хорошо. Для них. Для нас не очень. Все. Все, приехали? Приехали. Сзади пацаны бегут. Много? Ну так с пулеметы. А у меня еще и дробовик без этого, без фонарика. Угу. Так. Да ладно. Так, есть. В принципе, я все прекрасно понимаю. Пойдем за мной. Давай. У меня на карте нарисовано, где находимся мы и куда нам нужно двигаться. Круто. Нам нужно на вест 260. Справа что-то кто-то кричит. Я вас не вижу, парни, куда ушли? Далеко. Да. Рядом с тобой, Артур, двигай на вест. Окей. Под машины прямо. Левей. Вижу. Угу. Слышите зомби справа? Да, вон далеко. Он идет. Все, пойдем за мной. Блин, ночью видимость, в такое играть, видимость, конечно, да. Совершенно никакущая. У них, надеюсь, тоже их там двое. Спереди идет вон один какой-то, смотрите, силуэт по полю. Ага. Справа к нам, по-моему, бежит, да, бежит. Бежит. Есть. Хорош, я же хотел снимать. Спереди двое ходят. Блин, ни черта не видно. Надо держаться леса, потому что лес хотя бы показывает. Бежит к нам, срисовал кого-то из нас. А, вижу, наверное, меня. Я постараюсь. Кто примет? У меня не может не получиться. Ага, спасибо. Они из тумана, я так понимаю, могут выбежать, и мы их только в самом, вот уже перед носом увидим. Угу. Надеюсь, вот если это... что перед кем-то близко, то на самом деле лучше бегать, а другие снимают, потому что практически всегда укусом заканчивается, как я понял. Слева что-то. Слева есть, двое что-то. Бежит. Двое, да. Примем. Конечно. Я бегать начинаю. Бегаем. Меня ударил кто-то. Бегай, Джек. Я просто думал, что там все мертвы. Убил Джек. Хорошо. Это доктор, с него обычно падает. Детской. Бежит еще один. Я вообще ничего не вижу. Я спасибо. Тоже. Полная темнота. О, ребят, вот что есть. Фонарь? Да. Круто. На пистолетах у вас. Мне бы вот фонарь поставить на этот. У меня нет пистолета. Ты нет пистолета? Да. Сейчас я тебе скину свой. А зачем мне дробовик? Скину. А у тебя на дробовике нету фонаря? Должен нет, быть. Вот в том-то, блин, Макс, дело. Макс, ты иди, ты нам светишь неплохо. Фонарь это же L. Вы должны... Есть. Хорош. Дело в том, что я иду на шифте, потому что если я побегу... Да-да-да, будет трястись. Справа бежит. Справа что-то я слышал. Снимаю. Хорошо. Но я думаю, так лучше давайте медленно, наверное, продвигаться. Давайте без подсветки пока. В принципе, нормально видно силуэты. Да. А когда будет прям... Ты не выключил подсветку. Вот справа. Не, я ее не буду выключать. Снял. Хорошо. Мы будем бежать с ней, то есть, но я буду ее просто наводить куда надо. Так, мы пол пути. Слева товарищ, но пока не видит нас. Ага, вижу, увидел. Снимаем. Хорошо. Чуть правее еще один. Там же еще один. Бронированный.
Так это мы его сейчас быстренько. Так, у меня перезарядка. О, я ему раза 4 уже в голову. Все, два выстрела ему сделал. Сзади, бежим. Воу! Отходим, Джеки. Снял. Как он подкрался, никто не слышал. Вообще. О, смотрите, видите светлячки, ребят? Смотрите, светлячки, это еще с первой части. Вот тут светлячки, это лут, значит, есть. Где светлячки? Вон там. Вот у этого патроны на дробовик лежат, вот у этого. Офигеть. Первый раз тут в жизни бинт. Вижу такое в армии. Бинт. И взял. Бинт поимели. Давай, Джеки, у тебя сколько укусов? Один. Рано. Ладно, блин, тогда рано. Короче. А тут, смотри, Артур, а тут для когда наводишься... Для МК-17 магазин. Когда наводишься наводить бинт, то, ну, у него написано, видишь, одна да. Царапина. Так, заберите дробовик, пожалуйста. Попробуй. Джек стонет. Что, дробовик кому? Патрон для дробовика я взял, все, можно идти. Всё, а нам... тут еще лут какой-то лежит бронированным, вы чего? МК-17 маг я взял. Ну, там патроны так, были, да. Такого ствола у нас нет еще. Так, все, пойдем. Слушай, это очень качественно сделано. Вот чуть бы посветлей. Не-не-не, в этом вся соль. Фонари есть? Можно не. И посветить. И поесть. Спереди кто-то. Он бежит. Хорошо упал. Качественно. Да. С него ничего не пало. Так, ну что-то когда на поле как-то уже поспокойнее, на самом деле, чем в лесу. Слева слышу движуху. Но он где-то там пониже, походу. Близко! Пипецки рядом! Ударил, у меня две этих. Ну, бинтуйся. Ну, да. Может отстрелять с остальных? Снизу, снизу бежит. Да. Ой, минимум. Еще слева вон. Угу. Сзади! Близко, сзади! Кто-то упал. Это Тревор! Мать твою, Тревор! Это Джек, не та игра. Я нет, зомби бежал. Сзади опять. Я не вижу. На меня бежит, ударил, я сдох опять. Да что ты будешь делать-то? Джек. Это Джек. Забей, ребята. Просто, блин. Еще один. Все, Артур, я забрал твое проклятие. Я не могу за вами следить, вот в чем дело. А, я рестарт сделал. Да, перезапускает. Забор построил. Без фар. А нет, конечно. Просто у меня что-то колесико неправильно себя ведет. Бывает. Был бы вот рассвет, часов 6 там утра. Да нет, на самом вот деле красиво. Мы вот как раз днем занимались заправкой и ремонтом этой тачки, а вот сейчас как раз под вечер нам нужно двигаться дальше. А, ну да, окей. Это же история. Ох, это, оп, конечно. Под дерево. Дерево и водник, вещи, которые прекрасно еще тоже. Еще дерево. Сзади за нами кто-то бегает, да, Джек? Ага, бегал. Бегал. Ключевая фраза «бегал». Был один такой тут, бегал. Справа позади еще где-то тоже кто-то там бегал, похоже. Тупо еще насрать, бежим в забор, сейчас бензин, наверное, кончится. Не, мы даже не почувствовали. Все, кажись, приехали. Да, заглохло. Так, давайте посидим в машине, осмотримся. И... Я вышел. Я посвечу просто. Да все, короче, поблизости я никого не наблюдаю. Идти. Так, в принципе, расстояние примерно тоже. Идем. Ну там лесок спереди, там и случилось. Вон там все. Уже бегает какой-то чувак, лесочки спереди. Пойдем к нему. И справа. Машина пока светит в свете машины. Да, это чуть-чуть. Чутка света уже хорошо. Mm-hmm. На кой так, хрен? Макс, на тебя сейчас бронированный пойдет. Ага, вижу. Давай с дробовика пойдем. Есть. Слева что-то еще. Слева зашевелилось что-то, да. Он там пошел. Я слышу, давайте я буду направо смотреть, Артур налево, Макс по центру. Ну, вообще примерно так. Потому что нас в прошлый раз тупо со спины все время сбоку начали бить. Ой, с него патроны на мой пистолет выпали. Ой, слева. А, он просто... Он ходит просто. Ну, пойдем дальше на вас. Пусть ходит. Джеки, присядь, пожалуйста. Окей. Не знаю, у меня есть подозрение, что все-таки это работает. Ну и вообще, любую возможность надо использовать. Угу. Да и просто видишь, когда начинаешь вставать, вот, он вообще из ниоткуда просто встал. Хреново место, они с горки прибегают уже на небольшое расстояние. Справа. Так, смотрите туда, я назад пока. Полковник is down. Полковнику никто не пишет. Спереди топает один медленно. Могу? Вижу. Давайте я, наверное, сглокаю. Могу тоже.
есть. Хорош, прям в затылок. Я мониторю задницу, Джек. Но я тоже так иногда поворачиваюсь. Я в пол стучу, интересно, когда так бегу. Спереди его. И справа, и слева еще. Слева не наблюдаю, где-то врощится. Давайте-ка пойдем повыше, поднимемся. Подбегает, подбегает. Уверенно, уверенно, хорошо. Еще один. Там же где-то снизу. Он бежит. Хорошо. Пусть ползет, Макс. Да-да-да. Патрон еще на него тратить. Так, мы не в тот, нам избили с курса. Нам, кстати, туда, откуда они повыходили. Из-под этого, из-под... Это нормально. Пацан, да не рычи ты. Он будет нас прикатить, правда, да. Джеки, Кроу. Ау. Прямо на вас бегут двое. Угу. Ой, там много из... А, это нас путает. Там еще один поползун. Там два ползуна, да. Надо их убивать. Еще один такой ходячий. Так, я заднего убиваю ползуна. Давай. Этого я решу. Все. Давай, Макс, который ползет. Ага. Ага. Вышечка. Че, Джеки, не говоришь? Где? Сломался, что ли? Я могу, кстати, знаете, вот так могу сделать. Это, наверное, поможет. А у тебя все это время была такая штука? Но я могу ее снять и поставить. Она не привлекает внимание их к нам? Да, наверное, нет, я думаю, нет. Ползучего снимите, пожалуйста, господа. Прямо на него смотрю. Сейчас подойду. Вижу, я. И еще слева ползет. Убейте уже. Не ползет. Там справа он ползет, я свечу на него. Вон он далеко. Пацан. Не бежит. Вон ползучего надо. Вот. Двух убить с пистолетов. Ага. Даже трех. Вот левого я убью. Ладно, и он еще один. Блин, реально вышка, капец, я прям мимо не прошел. Еще один он впереди ползет, смотри. Слепите. Короче, смотрите, я назад посмотрю пока. Вон, вон ползет. Ну, ну ладно, я сам. Так. Слева вдалеке пацан. Да, идет так, блин, вообще, знаешь, страшный парень. Ладно, идем, идем, идем. Еще один, нет, что-то они нас начинают окружать потихоньку. Давайте в лес. У тебя GPS, да? Да, у меня. Нам еще это, немножко. Что ж там за маркер? Если мы там найдем танк, хотя бы до 34. Да, ну да, хотя бы. Тихо. Какая-то избушка. И справа бежит фермер. Справа бежит. И спереди, ой, трое бегут, ребят. Плохо вижу. Я вообще не вижу никого справа. Не упал. Внизу один. Уронил. Сзади прибежали. Почему свет такой тусклый? Это на меня идут. Снимайте, пацаны. Там еще бежит. Я завис. Кто упал? Почему-то я умер. Не знаю, я завис. Я ничего не вижу. У меня резко стало очень темно. И у меня. Артур, выбеги на свет. Я не буду убегать на свет, потому что он слепит. Больше он никогда слепит. Не будем его делать. Да, да, ну и луна. Два укуса на мне есть. Я завис. Да что с вами? Меня какая-то тьма забрала! Тьма забрала. Ну это все, край. Я ничего не вижу. У меня темное облако нет. Появилось, схватило меня. Темное облако. И кинуло на пол. What? А, слышь, может на меня это тоже схватило? И у тебя это было, да? Что же это было такое? Не знаю. Темное облако. Я просто на месте завис, реально появился дымок из останцев живых. Схватил меня вот так вот рукой, поднял, типа анимация пошла, и уронил на пол, все, я умер. А у меня было все. Ты не шутишь сейчас? Это реально так? Отвечаю, на видео все есть, чувак. А я не понял, потому что я стою, костер развожу, и тут резко, ну то есть такой, все замирает, и я такой впадаю в дыру. Вот, а я это видел, это страшно. Жесть какая-то. О, справа что-то. Это, по-моему, даже более хардово, чем, помнишь, миссии проходили для Arma 3? Да-да-да. Вот так, в темноте которая... ночью, да, в акваланге. Там, где один выстрел, аквалангисты, да. Это, конечно, жесть. Там, кстати, Altis Life есть, вы видели? Да, RPG-шка. Очень неплохая вещь, но именно надо на ролеплей. Я не пробовал никогда. Я вообще не знаю, о чем вы. Слева бежит за нами. Кто примет? И слева внизу бежит. Слева я возьму. Справа идет. Да и поломать. Че он не падает? Два раза попал из трех. Пойдем. Не будем сейчас долго. Надолго задерживаться.
А то дым возьмет нас. Угу. Дымок в лесу реально гуляет. Справа подходит. Ну ты понял, да, что он живучий какой-то? Понял. На нем лут есть. Может, пофиг на лут, типа там. Бегут какие-то. Снизу. О, еще и бронированный. Джеки за мной там. Так, у меня перезарядка. Хорошо. Аккуратно. С линии огня. Кого это кто такой с рюкзаком? Меня ударили один раз. Кто такой с Джеки, беги. Зомби. Я за Максом. А за мной зомби. А, слеп. А ты еще бинт есть. Артур, я в тебя стрельнул. Ничего, нормально, не попал. Ника не было. Ползучий ползет. Поэтому, да пусть ползет себе. Нет, не пусть. Идти надо. Сзади еще солдат один идет. О, тут лук есть. Ну-ка, проверим. О, гостиница, магазин, то, что нужно. Пойдем. Пойдем, 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 нужно идти. Да мы, почти, мы почти пришли. Мы сейчас ближе всего подобрались. Через лес опять. What the fuck? Я вообще задели? Никого не попадаю в этот раз. Меня не задели. Меня нет. У меня даже один лишний бинт есть. Хорошо. Справа черный дым. Там сюда двигается. Очень быстро двигается сюда. Я вам говорю, дым какой-то тут. Проверка бдительности, проверка бдительности. Ага. Какой дым? Джек, это арма. Я тебе отвечаю, меня дымок схватил. С горы бежит. Хер с горы. Давай, Артур, я. Слева что-то. Да, он ползучий, походу. А нет, бежит от елочки. И еще сзади, в лесу. Давайте дальше. Просто двигаемся. И справа. Ой, не, надо стрелять, справа. Надо стрелять. О, взял сзади. Сзади. Передние умерли. Да. Хорошо. И один последний сзади. Сейчас начал падать. Есть. Снизу еще бежит. Да. Упал. Упал, ноги сломались. Ой-ой-ой, справа бегут. Много? Ой-ой-ой. Снял. Успокоил. Пойдем дальше. Сколько осталось? Ой, вообще почти ничего не осталось. Давайте. На 240 вот этот холмик, видите, горочка? Джек, у тебя сколько укусов? Один. Один это хорошо, один это не два. Давайте я все равно подлатаю, слышишь? Ну, это глубокая мысль, да. Давай. Делаю. А я, кстати, не... А, не, мада, могу стрелять. Хорошо. А, сзади бежит Макс. Хорошо. Фух. А где Артур? Почему? Я прям уверен, что я у тебя... Что я у тебя один волос головы просто отстрелил. Справа что-то шумит. Принимайте его. В кустах. Двое. Нет, это Артур. А, это Артур. Ты чё? Я вообще, все, у меня глюки пошли, я по нему выстрелил уже раз один. Довольно! А просто на меня такой же чувак, вот точно такой же, напал. С рюкзаком на спине, да, напал, я, блин, испугался. Устроил нападение, покушение. Вообще. Точнее, у него бронежилет был такой наполненный. Угу. Нормально. Хера не видно слева. Вау, слышу. Там очень темно, там реально какая-то херь. Близко, зомби. В лесу дым, реально дым был. Я ухожу обратно на поле. Я вообще ничего не вижу, ребята, я в дыму. Я на поле, я ушел. Да где вы, пацаны? На свет. Твою мать, дым. Дым, чё, серьезно, да? Это же арма, в армии не бывает дыма. Он смотрел. Справа подходит. В армии не бывает дыма, Джек, ты укуренный, Джек. What the fuck? Армахор? Он здесь! Уходим, темнота тут! Пацаны, уходим! Тихая, парни! Ёб твою мать! Дыма нет, они говорили! Пойдем погуляем в ночном лесу, они твердили. Что за шутки? Я боюсь оборачиваться, пацаны. О, как страшно. Он сзади, прям! Забейте на зомби. Куда идти, Макс? Иди на свет. Давай. Каждый сам за себя. А, Джеки, помнишь Ви? Два пассажира. Помнишь Ви, Макс? Боже мой. Ты видел дым, да?
Я видел его. Черный. Угу. Да. Я видел. Сгусток. Меня ударили. Живи, пожалуйста. Ну я за тобой бегу на всех скоростях. Давай, это его лес. Он справа. Он справа, глаза вижу. Мы не пройдем этот лес, надо обходить лес. Мой взгляд устилает тьма. Он не выходит из леса. Нужно выходить обратно на поле. Понял. И чё? И пытаться обойти этот лес полукругом, понял, потому что в него заходить я не хочу больше. Меня схватили, ребята. Меня тоже, меня дым забрал, и Макса забрал дым. Не могу ничем помочь, за мной три товарища. Это был дымок из Лоста. Четыре за мной. Уж я-то знаю. Живой? Нет. Я чё, один остался? Угу. Ну вот the fuck тогда, перезапускайте. Сейчас я подойду к этому. Потренирую стрельбе, потому что с этой сенсой я не помню. Отлично, два глаза. Два узнал. Глаза. Пиздец. Короче, я думаю, на одну серию этого хватит точно. Да. Любопытно.